Havale beyinde kalacağı saraya yol açmış olabilir. Meral, ben uğursuzluk mu getiriyorum? Sakın bir daha böyle bir şey söylediğini duymayayım. Sen insanların hayatına bela değil, huzur getirirsin ancak. Benim hayatıma getirdiğin gibi, ailemin hayatına getirdiğin gibi. Sen tümör için bir mucizesin ve bence o da bunun farkında. Kusura bakmayın Hacer Hanım ama bu saatten sonra hiçbir kuvvet beni çınardan uzak tutamaz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Как Баран и Тарик отреагируют на обращение Джейды к Дилану в больнице? Как Джейда объяснит, почему она не дала Чинару выпить сироп? Почему Дилан считает, что ему не повезло? Повредит ли мозг Чинара этот перенос? Будет ли Чинар продолжать оставаться в больнице? Если да, то кто его будет сопровождать? Выяснится ли, что Джейда пролила сироп в комнате Чинара? Серьезно ли Тарик относится к своему обещанию Джейды, что «если ты еще раз причинишь вред Чинару, я разведусь с тобой»? Что они скажут о том, что Дилан сказал, что отныне он не будет держаться в стороне от Чинара? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан и Баран никогда не покидали сторону Чинара и не позволяли Джейде и Хаджеру причинять ему дальнейший вред, если окажется, что Джейда пролила сироп, и в то же время все начнут думать, что Джейда не мать Чинара, не забудьте ставьте лайк и делитесь нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Пока Баран и Дилан ждут хороших новостей о Чинаре от врача в больницу придут Тарик и Джейда. Как только Джейда приходит и говорит так, будто вся вина лежит на Дилане, Баран не отпускает ее дальше. В то же время Дилан не выдержал и ответил весьма неожиданным образом, спросив, почему он не дал Чинару выпить сироп, который он дал Джейде. Спросит. Тарик очень рассердится на Джейду, когда услышит это. Потому что он один из двух людей, которые боятся потерять Чинара. В этой семье есть Берфин и Тарик, которые привязаны к Чинару и любят его. Когда Тарик услышит это, он спросит, почему вы не дали ему это выпить. Как всегда, как только Джейда преодолеет первоначальный шок, она попытается выйти из ситуации, сказав, что Дилан этого не осознавал, потому что был болен. Дилану будет плохо, потому что он сказал, что принес Дилану неудачу и что Чинар заболел из-за Дилана. Однако, когда Баран Дилан спрашивает «мне не повезло», Баран слишком остро реагирует, говоря «я не хочу такое слышать». Баран скажет «как ты можешь так думать, хотя ты – самый большой шанс для Чинара и все хорошее, что ты дал мне и моей семье». После того, что ему напомнил Дилан Бэрон, он поймет, что думал неправильно, и постарается стереть этот вопрос из своей головы. Заявление доктора Чинара о том, что было слишком поздно доставлять его в больницу и что транспортировка могла повредить его мозг, очень расстроит Барана и Дилана, и Тарик тоже будет очень расстроен. К счастью, с Чинаром ничего не случится, но врач захочет провести некоторые анализы и проверить, есть ли какие-либо другие проблемы. Тарик, с другой стороны, захочет помешать Чинару раскрыть правду о том, что он ребенок Барана и Дилана. Тарику каким-то образом удастся убедить врача выписать его, пообещав позже привести его на анализы. Если бы он остался в больнице, он бы не оставил ни Тарика Чинара, ни Дилана и Барана. Госпожа Азади начнет следить за Джейдой и Гэжой Хаджер, потому что она с подозрением относится к их отношениям. Джейда позвонит дамам Хасиби в особняк из больницы и попросит их налить сироп. Мисс Азади поймет, что они разговаривают с Джейдой и совершит набег на кухню, как раз в тот момент, когда они собираются проболтаться. Он не даст сиропам пролиться и раскроет обман Джейды. Он возьмет на свою сторону Гэжу Хасиби и Тукбу и попросит их сообщить им обо всем, что происходит. Когда об этом инциденте станет известно, Тарик отведет Джейду в сторону и скажет ей, что разведется с ней, если она снова попытается причинить вред Чинару. Поскольку госпожа Джейда и Хаджер не ожидали такой реакции от Тарика, они потеряют дар речи, потому что не знают, что сказать. Если он узнает, что Джейда намеренно сделал то, что сделал, чтобы заболеть Чинар, похоже, этому браку придет конец.
но чтобы Джейда Тарек не развелась с ней, она может пригрозить рассказать обо всем, что произошло с момента похищения Чинара, и о том, что они дошли до этого дня благодаря ее брату Исмету. Поскольку Дилан думает, что Джейда плохо относилась к Чинару и что она плохая мать, они будут очень бояться обещания, что с этого момента вы не сможете удержать их от Чинара. Пока Баран делает шаг, чтобы отвести Дилана в комнату, госпожа Хассер и Джейда отреагировали вопросом, какие отношения, что с вами происходит, когда ваши родители там. Но теперь обещание Дилана Чинара держаться от меня подальше, а Берфин говорит, что Чинар так счастлива впервые после того, как тебя будет достаточно, чтобы она не покидала Чинар. Итак, удастся ли Тарику и Хаджер разлучить Дилана и Чинара? Могут ли Дилан и Чинар покинуть особняк и остаться в стороне? Будет ли проблема в мозгу Чинара? Разводится ли Тарик с Джейдой? Выяснится ли, что Исмет был тем человеком, из-за которого Дилан и Баран попали в аварию много лет назад и потеряли Мирана? Сможет ли госпожа Азади выяснить, что Чинар на самом деле сын Барана Дилана, Миран? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.